В Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени Малдыбаева Дни культуры Казахстана в Кыргызстане официально завершились оперой «Абай» Ахмета Джубанова и Латифы Хамиди в исполнении артистов Государственного театра оперы и балета имени Абая. В церемонии закрытия Дней культуры приняли участие госсекретарь Чолпонбек Абыкеев, заместитель председателя Кабмина Джилдыз Бакашева, министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кайрат Иманалиев, министр культуры и спорта Казахстана Актоты Раимкулова, общественные деятели и ценители оперного искусства, Казахский национальный театр оперы и балета имени Абая, ведущий театр Казахстана, представлены высокопрофессиональными творческими коллективами и солистами, многообразием театрального репертуара национальной и мировой оперной и балетной классики разных эпох. Напомним, в рамках Дней культуры в Музее изобразительных искусств было представлено более 70 уникальных археологических артефактов Центрального государственного музея Казахстана, а также картины из запасников Государственного музея искусств имени Абылхана Костеева. Также в течение недели в кинотеатрах будут показаны ряд казахских фильмов. Бул маданият күндөрү биз үчүн чыгармачылык тажрыйба алмашууга. Я думаю, Дни культуры Казахстана для нас это большой обмен опытом, где наши граждане смогут ознакомиться с культурным наследием братского государства. Мы продолжим вести постоянный культурный диалог, проводить совместные концерты, представления и выставки, потому что нас очень многое объединяет. Уже в следующем году пройдет неделя кыргызской культуры в Казахстане, и мы приложим все усилия, чтобы все прошло на высшем уровне. У нас есть такое выражение «Казах-Кыргыз Бртуган». И вот сегодняшние дни мы еще раз подтвердили это, и исторически мы это подтверждали, и на сегодняшний день мы видим, что наша совместная деятельность и вот именно культура, она становится таким золотым мостом, который объединяет наши народы. И мы будем продолжать эту работу с огромным удовольствием. Хочу еще раз поблагодарить кыргызский народ за замечательный радушный прием.